Всем привет! Сегодня я хочу снять видео о своем заказе из компании Avon каталога номер 5. Если вам интересно, что я заказала и каково мое мнение, то давайте же смотреть со мной. Давайте тогда начнем с вами с декоративной косметики. Начнем, наверное, пожалуй, с той, которую я отдам, которая не моя. Это вот такой вот блеск для губ, вот таком вот оттеночке красивом, видите, розовый, такой нюдовый, с легеньким таким золотистым шиммером, очень красивый оттенок, ультра сияющий блеск для губ. Я в инфобоксе напишу все названия на украинском, там код, если кому-то интересно будет. Следующий продукт, это заказала моя мама, Color Trend черную тушь. У меня есть такая, я вам покажу, только коричневая. Это я ей насоветовала, что такая неплохая тушь. И она хочет подарить ее девочке одной. Там вот, видите, такая кисточка громадная. Несмотря на то, что она такая громадная, она суперски прокрашивает реснички. Мне очень... Ну, эта тушь понравилась. Не суперстойкая, но за свои деньги даже очень ничего. Следующими продуктами это будут два карандашика вот такие, которые я купила при покупке вот таких туши. У меня были заказаны вот такие туши, ну их попросили сразу отдать, поэтому вам их я не могу показать. И люди не заказали карандашик по акции, но я решила взять себе такой карандашик. Вот этот обычный черный, не буду открывать, черного цвета, это мама себе взяла, а я взяла себе вот такой вот красивый зеленого цвета. Ну, конечно, здесь он такой красивезный, а тут, ну так, себе не очень. Такой зеленый, как видите, какой-то черный, просто с зеленцой немножко. Так, следующее, что мы взяли... Напополам, конечно, с мамой, потому что сначала хотели две, а потом думали, да ладно, а мы одной хватит, мы так часто никуда не ездим. Это вот такая вот раскладная кисточка для губной помады. Это просто очень удобная вещь, если куда-то едешь, а с собой любимая, хочешь взять с собой любимую помаду, а ее там а-ля на донышке или блеск какой-то в коробочках. Поэтому это классная вещица. Ну, мы решили все-таки взять одну на двоих. Вот такая вот. Следующее, что я уже взяла лично себе тоже, это была вот такая вот помада Lady, ихняя линейка, а оттенок икона стиля. В Польше делают эту помаду, вот столько ее видите в тюбике. Ну, маловато, конечно, я так думаю. Следующим, что я тоже себе заказала, это был вот такой вот блеск от Color Trend. Вот такой он оранжеватый. Очень сладкий. Когда вы его наносите в губы лизнуть, он очень сладенький. Имеется такой миленький шиммер в нем. Очень пахнет карамелью, классно перекрывает неплохо цвет своих губ. Вот такой он был в коробочке. Ну, хороший, мне понравился. По-моему, Захид солнца называется этот оттенок. Ничего такого, мне очень понравился, я довольна, не прогадала. Суперский блеск, так что вот его могу посоветовать. Девушки, берите, классная вещь. Можно сказать, наравне с дорогими блесками вот такого типа эйвонских. Наравне. И вам его я... Скажу так, надолго хватит. Также, наверное, отнесу лучше до декоративки и уберу их. Вот это такие вот тональные кремики от Color Trend тоже. Здесь 30 мл, такие небольшие малютки. Это легкий такой крем, который не будет вам забивать поры. Он не будет плотным. Заказали у меня мои подружки два таких по моему совету тональничка. Надеюсь, им понравится. Я просто когда-то пробовала такой у подружки тоже. И мне понравился, неплохой за свои копеечки. А эти были на большущей акции. Я их уболтала, они согласились. Поверю моим
словам. Я думаю, они будут довольны ими. Следующими продуктами это будет вот такой вот наборчик Incandescence. Это вот такие вот лимитный парфюмчик, здесь всего лишь 30 мл. Ну, все этот парфюм знают, это очень хороший парфюм. Заказала этот аромат у меня мамина коллега, наборчик точнее. Вот здесь еще вот такой еще шариковый дезодорант и спрей. Ого, крышка. И вот такой вот спрей-дезодорант. Да. Вот такой вот наборчик тоже, я думаю, это выгодно покупать в наборе, чтобы везде от тебя пахло одним и тем же ароматом. А то иногда возьмешь там Рексону или что-то помажешь и попшикаешься парфюмом, и этот дезодорант перебивает запах парфюма. Это ужас просто. Так что да, вот такой вот наборчик. Следующее, наверное, что я вам покажу, это будет стайлинг. Как видите, сильная фиксация. Это такой мусс для укладки. Называется фиксация 24 часа, послушные локоны. Для завивки локонов на плоечку. Заказала себе, потому что у меня непослушные волосы. Долго они, видите, такой дозатор. Долго они не держатся у меня, когда я их накручу без какого-то вот средства. Они у меня буквально за полчаса начинаются разваливаться. А когда ветер, это вообще ужас сплошной. Здесь, короче, 150 мл. Я думаю, за ту сумму, которую я его купила, 29,99, это очень выгодно. Я думаю, мне понравится, подойдет. Такой вот стайлинг. Следующими продуктами, которые я получила в подарок от Planet Spa, линейка, получается, ихняя с минералами Мертвого моря. Это мне прислали вот такой скраб для лица и маску гамаш для лица. Скрабик, вот как вы видите, он там беленький такой, не подкрашенный, ничего, мне нравится. Буду пользоваться с удовольствием. И вот такую вот тоже масочку. Она сейчас тоже, видите, беленькая там. Получается. Да, мне это нравится, что не подкрашенные продукты. Аромат похожий на аромат с линейки с икрой, по-моему. Вот очень похож аромат. Ну, не такой ярко выраженный. Так что да, коль пришел мне этот миленький подарочек, заработанный за большой заказ, буду пользоваться с удовольствием. Следующими средствами вот будет линейка Clear Skin. Это такой вот тоник против черных точек, такая же маска и вот такая вот, вот такой точнее скрабик. Тонизирующий для глубокой очистки пор. Такой скраб у меня есть. Очень суперский. Посоветую, он будет на лето. У него, когда вы почистите, короче, им лицо, очистите, он дает очень суперскую прохладу. И лицо, вымытое от жира, вот этого кожного, это вообще идеально. Я не знаю, он меня просто покорил. Я хотела им пользоваться, вот, начинать сейчас, весной, но решила оставить на лето, потому что тут холодок, который он дает на таки длительное время, очень суперский. Все тоже продукты. Вот он такой вот. Видите, белый, с такими мелкими зелененькими скрабиночками. И да. Вот так вот. Мне нравится, что не подкрашенный полностью. Здесь, конечно, маска голубая, подкрашенная. И тоник тоже, это меня расстраивает. Ну, это я на этом зациклена, подруга моя на этом не зациклена. Я думаю, это ее не расстроит. Но тот вред, вот, который приносит подкрашенные продукты, краска, короче, которую добавляют в косметику, она влияет на старение кожи очень. Я уже много посмотрела программы, вот многие вот врачи говорят, дерматологи, о том, что лучше покупать косметику либо кремовую, либо прозрачную гелевую. Но ни в коем случае, чтобы она не была подкрашена. Меня это лично, конечно, напрягает очень. Но всю косметику, как вы понимаете, не купишь. Не подкрашенную, и так не получается. Ну, вот.
Ну, вообще средства очень суперские. Вот этот скраб вообще мега супер-пупер. Советую купить и тоник, и скраб на лето девочкам, особенно молодым. Вы будете просто в восторге от этого. Следующее средство это для мужчин. Я уже такое вот заказывала своему молодому человеку. А теперь была акция на этот гель. Я решила заказать папе. Это гель с грейпфрутом и кедром. Практически, как вы видите, не подкрашенный, что меня тоже в нем очень подкупает. Очень приятный, ненавязчивый запах. Это шампунь-гель для душа. Ну, понимаете, можно и голову мыть, и что угодно, короче, им. Так что я думаю, мужчин это... вещь порадует. Моему молодому человеку он очень этот гель понравился, что запах быстро улетучивает и, ну как, не надоедает, не перебивает потом запах парфюма. Здесь 250 мл, есть такие большущие объемы с помпой. Ну, короче, что еще могу сказать? Супер средство, я бы сама им пользовалась, будь я мужиком. Ну и следующие средства, это будут вот эти вот... такие средства, ну это всем известные гель для интимной гигиены с легким цветочным ароматом, здесь 300 мл, вот такой с помпой, прозрачная гелевая текстура. Кстати, он подан как типа тот, который убирает неприятный запах. Ну, в принципе, нормальный гель, но для себя я открыла немножко получше, это от Palm Olive. Да, следующий у нас вот это продукт. Пена для ванны, жасмин и белый чай. Это мне тоже заказали. 500 мл здесь. Это новинка 5-го каталога. Неплохо, кстати, пахнет. Я на ароматизированной страничке нюхала. Мне понравился. Я думаю, заказчица тоже, это мамина коллега заказала. Я думаю, она будет довольна этой пенкой. У меня была когда-то тоже такая пена, только у меня с малиной, по-моему, была. Мне нравилось, как она пенится. Ну, конечно, когда уже попадает гель и всякое такое, она начинает терять свой пенный объем. Ну, в принципе, неплохо. И последние продукты моего маленького заказа, это были вот такие вот детские средства. Такие милые. Правда, яблоко я его боюсь. А лавандушка хорошенькая. Вот это такой вот детский шампунь-кондиционер. Яблочное веселье, очень такой приятный в него аромат, и в нем очень суперская натурального яблока отдушка, классно. Я не знаю, как он пенится, конечно, и никогда не стыкалась с детскими продуктами, но то, какая в него натуральная отдушка, вот настоящим яблоком пахнет, мне понравилось. Вот такой вот шампунь-кондиционерчик, я думаю, ребеночку понравится, это прелесть. И заказали мне вот такой лосьончик для тела, сладкие сны с ароматом лаванды. Такая лавандушка хорошая на облачке, мне понравилась. Текстура самого лосьона очень приятная, там немножко, когда везлось, выскочила крышечку, я попробовала, нанесла, очень легко впитывается в кожу, разносится по коже тоже шикарно. И нежный, приятный аромат, он ребеночка тошнотворить, как говорится, не будет. Здесь 150 мл, очень хороший, я даже, знаете, так... Когда я его мазала на руку, думала, боже, лучше бы себе такой заказала, он такой классный. Поэтому, если вы сомневались, заказать или не заказать своему ребеночку вот эту вот прелесть, то я вам скажу, заказывайте. Суперская просто вещь. Спасибо всем, кто смотрел мое видео. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии, если вам что-то интересно или что-то вы пробовали, можете мне посоветовать или сказать свое мнение о данных продуктах с моего заказа. Всем спасибо за просмотр и всем пока!